Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена Дашутина. Я профессиональный скульптор и рисовальщик. Закончила Абрамцевское художественно-промышленное училище в 2000 году и Московский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова в 2005 году. Я член Союза художников Москвы, Российского союза художников, постоянно участвую в выставках. Больше 10 лет я занимаюсь преподавательской деятельностью и буду вести для вас уроки рисунка и планирую еще скульптуры. Сегодня мы проведем организационное занятие. Я расскажу, что нам нужно для работы, что можно купить, что можно сделать самостоятельно. Так, и начнем мы с учебных пособий. Учебные пособия наши — это на первых порах геометрические тела. Значит, геометрические тела — это вот такие вот гипсовые фигуры. Вот такие вот. И вот такие. Но если у вас нет возможности приобрести гипсовые фигуры, вы можете сделать их из бумаги. Вот это вот уже из бумаги. Конечно, качество их несколько ниже. Они могут там на свету немножечко играть, но зато это будет бесплатно и развивающе. Вот. Это тоже из бумаги. Надеюсь, видно. Вот. Значит, из геометрических тел мы не можем сами сделать только шар. Ну, шар, наверное, попробовать как-то найти. Если у нас нет гипсовых шаров, тогда попробуйте найти в обиходе что-то шарообразные и покрасить это в белый цвет. Геометрические тела должны быть белого цвета, это принципиально важно, потому что мы изучаем, как их строить и как на них падает свет. На белом это все очень хорошо видно. Так, кроме геометрических тел, да, кстати, с чего мы начнем? У нас должен быть шар, куб, шестигранник. Вот, еще раз показываю. Цилиндр. Конус, пирамида, вот эти тела мы сделаем обязательно, изучим, как их строить и штриховать. Кроме геометрических тел, нам нужно купить или изготовить мольберт. Мольберты продаются в художественных салонах, если вы живете в Москве или в Петербурге или в больших городах, то магазины есть. «Красный карандаш», «Черная речка», «Леонардо», «Передвижник». Ну и художественные салоны, там тоже продаются мольберты. Но если вам не позволяют средства или вы не можете просто найти мольберт, его можно изготовить самостоятельно. Сейчас появятся фотографии, пока я буду объяснять, как это делается. Но делается это довольно просто. Нужно купить брус. Размер там... Толщина бруса 4 сантиметра на 3 сантиметра или на 2. Если мы будем использовать мольберт еще для скульптуры, тогда лучше потолще брус брать. Можно 4 на 4. Значит, у нас будет 4 больших длинных палки бруса. Вот. И 6 поперечин для того, чтобы собрать ножки мольберта. Еще нам нужно будет использовать 6-миллиметровую фанеру. Размер ее будет 60 на 80 приблизительно. Но лучше вот так сделать. Еще нам нужны будут саморезы, клей и что еще? И петли, на которых будет собран мольберт. Выглядеть он будет очень просто. Ножки передние, на них будет приделана фанера. На этой фанере мы будем рисовать. И задние ножки, соединенные в рамку. А вместе вся эта конструкция будет соединена на петлях. И будут ножки раздвигаться. Вот, собственно говоря, все. Значит, сначала мы собираем две рамки на поперечины.
саморезами. На фотографиях будет понятно, как это делается. Можно их склеить, чтобы было прочнее, чтобы ничего сильно не шаталось. А к одной из этих двух рамок мы прикручиваем фанеру заданного размера. Естественно, все это по размеру должно друг другу соответствовать. Высота мольберта должна соответствовать вашему росту. Если там вы 1,60 м, то мольберт должен быть где-то 1,70 м или чуть выше. Ну и так далее. Чем вы выше, тем выше мольберт, чтобы вы могли удобно расположиться для рисунка. Рисуем мы всегда стоя. Это принципиально важный момент, потому что, когда мы работаем в сети, у нас некоторые возможности ограничиваются. Так, для того, чтобы сделать учебные пособия, вам нужно просто найти в интернете схемы, как сделать вот вышеперечисленные геометрические тела из бумаги. Вот. Ищите плотную бумагу, и она должна быть белого цвета, чистая. Так, то, что касается этих двух вещей, это все. Теперь нужно поговорить о тех вещах, которые нам нужны для работы. Значит, в первую очередь нам нужны карандаши. Обыкновенные карандаши фирма желательно, очень желательно Faber-Castell, потому что самые распространенные Кохинор не очень качественные. Faber-Castell лучше, но они, конечно, подороже. Значит, твердость карандаша HB. Вот. Дальше нам нужны ластики. Резиновые ластики. Вот специально поближе покажу. Именно такие. Другие разновидности ластиков не очень хороши, потому что ими они размазывают грифель там на бумаге и так далее. Крошатся. Так, нам нужны обыкновенные кнопки, как в советские времена были. Вот. Такие. Любые модные всякие там разноцветные кнопки не хороши, потому что их трудно втыкать. Так, нам нужен канцелярский или макетный нож. Ну, это еще при ремонте там используется по-всякому. Но я думаю, что в любом художественном и даже хозяйственном магазине такой нож найти несложно. Так, теперь нам нужно научиться пользоваться этими предметами. Значит, ластик, которым мы будем пользоваться, вот купили мы такой, а выглядеть он должен у нас вот так. То есть мы берем наш канцелярский нож и режем ластик вот так вот по диагонали напополам. У нас получается два кусочка. Нам нужно будет вот эту часть ластика использовать для стирания. Отчасти это как карандаш используется, белый. Так, значит, с ластиком понятно, с кнопками понятно. Теперь нам нужно научиться точить карандаш. Вот то, что мы купили, это имеет стандартную заточку, но она нам не подходит. Чтобы научиться правильно точить карандаш, нам нужен очень острый нож. Вот этот. И что? И умение. Сейчас я покажу, как это делается. Так, мы точим карандаш. Вот у нас короткий карандашик заточенный. Заранее. Так, нам нужно сделать заточку гораздо длиннее, потому что когда мы рисуем, у нас карандаш очень быстро становится тупым. Если мы как бы делаем угол карандаша более острым, то и гораздо дольше он у нас работает. Так, значит, мы точим карандаш вот таким вот образом. Сначала мы стараемся снять как можно больше с одной стороны. С другой стороны стараемся захватить и грифель тоже. Стараемся оставить хотя бы одну сторону с деревом, чтобы у нас не ломался очень быстро грифель. Это не такое простое дело, как нам кажется, точить карандаш. Кто-то, конечно, сумеет сразу, но некоторым надо будет потренироваться. Стараемся сразу заточить грифель потоньше, пока у нас есть опора в виде вот этой деревяшки. И теперь срезаем последнюю сторону. Вот здесь вот нужно быть аккуратными, чтобы не сломать грифель.
грифель становится тоненьким. Его еще можно вот таким вот образом обработать. Как видите, заточка у нас изменилась, угол стал другой, и теперь мы сможем пользоваться карандашом гораздо дольше. Это, конечно, требует некоторой тренировки, но я думаю, что в конце концов у всех получится. Если у вас ломается карандаш, вы можете, есть еще такая хитрость, снимать только деревяшку, а вот эту вот часть затачивать на тонкой мелкой шкурке. Но только класть нужно на эту шкурку прям плашмя вот весь карандаш плоскостью. Тогда это будет стачиваться, а это будет оставаться как было. И угол будет правильный. Пытайтесь это сделать. Я забыла сказать еще о двух вещах. Значит, поскольку мы сейчас только учимся точить карандаш, поэтому он, скорее всего, очень быстро будет становиться коротеньким. И таким карандашом нам рисовать будет неудобно. Поэтому нам еще в магазине по возможности нужно приобрести такую вещь, называется удлинитель. Показываю поближе. В нее вставляется карандаш и закрепляется. Соответственно, он становится длиннее. Вот. И мы им работаем гораздо удобнее. Вот нам нужна примерно... Вот изначально такой карандаш. Вот как только он стал уже вот таким, нам уже нужен удлинитель. Так, значит, это у нас есть. И еще я забыла сказать о бумаге. Значит, в качестве бумаги мы можем купить вот такую вот папку. Здесь находится бумага формата А2. Здесь написано для черчения, но она прекрасно подходит и для рисунка. В общем... Ориентируйтесь на это. Ну, если не будет такого у вас, допустим, в городе, то вы можете просто обычный ватман покупать, который, А1. Потом мы его режем просто пополам. Но вот это предпочтительнее, потому что этим просто удобнее пользоваться. Оно не мнется, это легко и удобно хранить. Так, значит, теперь мы достаем лист бумаги. Прикрепляем его к мольберту. Поскольку я ростом не очень высокая, то здесь у меня будет практически в самом низу прикреплен листовый. Ориентируйтесь на свой рост, чтобы удобно было находиться перед мольбертом на вытянутой руке, и чтобы вы нормально могли охватить лист. Не слишком высоко, не слишком низко. Вот. Для меня это примерно так. Берем обыкновенные кнопки. Они имеют обыкновение ломаться, но мы будем стараться привыкнуть и к этому. Втыкаем таким вот образом. Когда мы примеряемся к тому, как нам приделать лист, нужно смотреть, чтобы он был параллельно краю мольберта или параллельно верху. Вот сейчас, по-моему, не очень ровно. Ровно? Так. Так, вот пока я приделываю, я хочу сказать еще одну важную вещь. Сейчас нам бумага нужна для очень простого примитивного задания. И, в общем-то, если у вас есть финансовые затруднения или там сложность приобрести много бумаги там у себя, то можно использовать там старые обои или что-то наподобие того. Потому что первое наше задание будет просто рисовать линии. Мы берем карандаш. Значит, карандаш нужно держать определенным образом в руке. Мы его кладем на вторую фалангу указательного пальца и прижимаем большим. Встаем к бумаге на вытянутую руку и начинаем проводить линии сверху вниз. Желательно делать это не очень близко, не очень часто, на некотором расстоянии. Вы провели одну линию и посмотрели, что у вас получилось. Прочувствовали это движение. Если у вас получилось криво, вы должны ощутить, в каких местах вы должны корректировать свое движение. Проводите, провели, посмотрели, прочувствовали, провели еще.
У меня тоже не всегда хорошо получается первый блин комом. Значит, сначала мы проводим вертикальные линии, потом мы проводим линии горизонтальные. Это всем обычно гораздо легче делать. Значит, таким образом мы расчерчиваем одну сторону бумаги, потом вторую сторону бумаги. Нам нужно постараться сделать все виды линий. Главное, чтобы они у нас получались ровными. Направление берем все. И диагональ, и вторая диагональ. Когда наши линии начинают получаться ровными, у нас следующее задание. Значит, нам нужно поставить точку на листе и постараться провести линию в эту точку и попасть куда нужно. Точно так же мы таким образом весь лист должны расчертить. А потом, после того, как у нас начинает получаться попадать в точку, мы ставим две точки. Точно так же стараемся расчертить весь лист такими правильными точными линиями. А это будет наше первое задание, второе задание, третье. И на ближайшее время, пока у вас не начнут получаться хорошие линии, вам нужно каждый день делать это дело. В итоге у нас получается что-то наподобие вот этого каждый раз. Это тренировочный лист. Вот. Значит, здесь есть и просто линии, и линии для попадания в точку. Таких листов у вас может быть много. Вот вы, если используете ватман, использовали одну сторону, использовали вторую. Вот. Вот на этом мы, наверное, с вами завершим наше знакомство. И успехов! До свидания!